Всем привет! С вами снова Евгений. В этом видео мы будем создавать насечку на цилиндрической поверхности. Вот такую. Приступим. Я создам на виде сверху какой-то произвольный цилиндр. Нажму ОК. Далее создам эскиз. Нажму клавишу P. Выберу здесь Body. И сделаю проекцию всего тела. То есть у меня мой эскиз находится прям по центру данного цилиндра. Я выберу инструмент линия и с привязками от центра к центру найду, собственно, создам такую линию, и вот уже по центру этой линии я создам вот такую линию, продлю ее вниз. Далее перейду в surface либо в solid и выберу Split Face. Выберу цилиндрическую поверхность. Выберу Expanding Tool, мою линию. Здесь ставим галочку Extend. И нажимаю ОК. Появился вот такой вот. У меня все еще тело, но с разрезанным фейсом. Поэтому я перехожу в Surface. И в принципе просто вызываю инструмент Offset. И смещаю все это, например, на 1 мм. Нажимаю ОК. То есть у меня... Здесь получается раз траектория и два. Это нужно для свипа. Перейду в Solid. Создам эскиз. Нажму клавишу P. Выберу здесь первый значочек. Specified Entities. И выберу, значит, вот эту линию. И вот эту. Нажму ОК. Теперь от центра нарисую линию. Да, они лежат на одной линии, эти точки. И, в принципе, просто создам сейчас вот такой вот элемент. Замкну его. Взаимосвязи накидаю. Сделаю это equal. С помощью клавиши D вызову инструмент нанесения размеров. Пусть будет здесь 40 градусов. И вот здесь 40 градусов. Отрегулирую глубину реза. Пусть будет вот так. Нажму Finish Sketch. Далее вызову инструмент Sweep в Solid. Выберу здесь Path and Guide Rail. Выберу так, весь контур. Выберу Path, вот этот элемент. И Guide Rail выберу вот этот элемент. Отключу в браузере видимость нашей поверхности. Здесь операция Cut. Здесь, причем не важно, Full Extends или Perpendicular Path. То есть он режет все это до конца. Нажимаю ОК. И появился вот такой вот рез. Далее я вызываю инструмент Mirror. Здесь ставлю Pattern Type Faces. И выделяю вот эти два фейсика. Выбираю Mirror Plane. Ну вот таким вот крестом все это отображаем. Далее вызываю круговой массив. Здесь опять-таки ставлю фейсы. И выберу вот эти 8 фейсов. Как ось вращения выберу этот элемент. Так, 26. Так, 36. Нажмем ОК. Нужно немножко подождать. Итак, прошло 1,5 минуты. Да, процесс достаточно ресурсоемкий. Получили вот такую вот насечку. После того, как мы получили вот такую насечку, очень хотелось бы здесь сделать, скажем, либо фаску, либо скругление, но вот в явном виде, например, это ребро мы выделить сейчас не можем. То есть будет применяться только к одному элементу. Есть два способа. Можно также создать эскиз и создать, скажем так, круговой вырез. С фаской это намного проще будет сделать. Я советую это делать именно для фаски. То есть мы произвольно... Сейчас продемонстрирую. Создадим какой-то вот такой треугольник где-то здесь. Дальше перейду в Solid, Revolve и убираю ось вращения. Нажимаю ОК. И видим, что вот фасочка достаточно быстро создалась. Если мы будем делать круговой вырез именно вот плавный под скругление, то он будет достаточно быстро тоже создаваться.
гораздо быстрее, чем второй способ, который я покажу. Но здесь есть некоторые особенности. Например, здесь нужно желательно спозиционировать вот по этому месту эскиз, который мы будем создавать. Почему? Если я буду создавать эскиз вот по этой поверхности, делать проекцию на него нашего тела, то здесь будут вот, сейчас продемонстрирую, будут вот такие вот ступенечки. И нужно будет очень аккуратно ловить этот плавный переход. Здесь будет эскиз с большим количеством точек, перегружен, будет немножко неудобно. Но это вполне возможно. Есть еще один способ. Можно просто откатиться вот так назад в прошлое, до того, как мы создавали здесь наши канавки. Я просто здесь в прошлом нажму клавишу F, например, 6 мм, и нажму ОК. Все хорошо, теперь я просто перехожу по таймлайну обратно, скажем, будущее, и нужно подождать, пока произойдут все эти вычисления. Минус данного способа в том, что как бы придется ждать все это заново. То есть, если у меня до этого было порядка 1,5 минут, то, скорее всего, сейчас будут те же самые 1,5 минуты. Давайте подождем. Прошло порядка 1 минуты. Получилось вот создать вот такое вот скругление. Собственно, здесь фасочка. Я рекомендую использовать, конечно же, тело вращения для создания и фаски, и скругления. Оба способа работают, в принципе, как в прошлом, так и в будущем можно создавать эти вещи. Вот, ну, что сюда можно накинуть еще какую-нибудь окружность. Клавиша E. Ну и получить заготовку вот для болтика какого-то, либо какого-то фиксатора. Нажмем ОК. Ну вот так. Всем спасибо за внимание. На этом я данное видео заканчиваю. Поддерживайте канал, ставьте лайки. До новых встреч.